Все сдают тесты очень хорошо. Anche i tempi nella velocità. И даже время по скорости, по спринту очень хорошее. Quindi sono pronti. Поэтому они готовы. Andare a Antalya. Для того, чтобы отправляться в Анталию. Per perfezionare la preparazione. Для того, чтобы совершенствовать свою подготовку. Poi sono pronti per il campionato. И потом они будут готовы, соответственно, к началу чемпионата. Закончил, во-первых, карьеру по причине достижения возрастного ценза Сергей Березко. И мы его благодарим, естественно, за ту работу, которую он проделал. Продолжит в качестве свою карьеру, он в качестве наблюдателя. И у нас в списке из первой лиги двое человек повысились в категории. Un giovane e un meno один, giovane, скажем так, молодой, а другой менее молодой. Che il campionato di PL ha bisogno dell'uno, dell'altro. Потому что чемпионат премьер-лиги нуждается как в одном, так и в другом. Abbiamo inserito Milanić. Был включен Миланич из Николаева. Che è un ragazzo который, скажем так, парень, который за последние 5 лет работал очень хорошо в первой лиге. И мы также повысили Козырятского Максима в категории из Запорожья, который также является опытным арбитром, который может нам понадобиться на матчах чемпионата премьер-лиги. Мы запустили процедуру ИФАБ, предусмотренную ИФАБ, с тем, чтобы ФФУ получила разрешение на использование VAR, видеоповторов, видеопомощники арбитров, скажем так. И данная процедура, она непростая и достаточно длительная по времени, так как требуется прохождение минимальных экспериментов в автономном режиме, офлайн, с тем, чтобы потом можно было использовать ее в режиме онлайн, наживо. И мы начинаем подготовку к данному нововведению в Анталии уже. И в связи с этим мы даже применили отсрочку, которая позволяет нам сделать FIFA по отношению к Войтюку Александру из Запорожья, который является одним из лучших ассистентов, который может нам понадобиться как на поле, так и вне его, в плане использования системы VAR. Такой критерий, я вам хочу сказать, например, по вне игры. Он работает очень хорошо. И он действительно нам может помочь. И мы надеемся, что ФФУ, с ФФУ мы максимально сможем ускорить сроки, с тем, чтобы со следующего уже чемпионата или все матчи, или некоторые, финал кубка, финал суперкубка, возможно, с тем, чтобы у них на них можно было использовать уже систему видеоповторов. С точки зрения арбитража мы уже работаем и начинаем тренировку. Начнем ее в Анталии для того, чтобы они начали привыкать к этому новому инструменту. За последние 2 года мы создали, скажем, такой подотдел женского арбитража, который ранее не существовал, возглавляемый Натальей Рачинской, которая является ответственной за это направление, за этот сектор. И Наталья, хочу сказать, работает очень хорошо в плане также поиска новых девочек. И я хочу вам сказать, что как существующие, так и найденные, среди них очень много интересных личностей. И, ну, что говорить, у нас, скажем так, женщина-чемпион в плане арбитража, которая является Монзуль, но мы должны помнить, что она не вечна.
нужно будет рано или поздно, не сейчас, естественно, рано или поздно придется менять ее. Я вот хотел бы сказать, Анастасия Романюк, которая продвигается, скажем так, очень хорошо, и я могу сказать, даже в первой лиге мужских матчей она тоже хорошо работает. И поэтому мы на нее очень так рассчитываем, на Анастасию.